свете таракан. Таракан от детства, и потом попал стакан, полный мухоедства. Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите. Пожалуйста, сначала. Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Место занял таракан, мухи возроптали, полон очи на стакан к Юпитеру. Закричали, но пока он не шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено, но все равно словами. Никифор берет стакан, и, несмотря на крик, выплескивает лохань всю комедию и мух, и таракана. Но заметьте, сударыня, таракан не ропщет. Что же касается до Никифора, то он изображает природу.